Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Lock of Game и добро пожаловать на прохождение GTA San Andreas. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Посидение с семьей, отлично. Черт, ну и сучка. Оу, да. Всем привет, здорово, чувак, привет, сиди. Быстро, выруби телек. Слушайте, парни, все стало так, как мы и хотели. На улицах больше нет наркоты и прочей дури. Наконец-то! Слушайте дальше, нам предстоит снова объединить семьи, потому что Паулосы уже долго пичкают наших парней наркотой. С тех пор, как между семьями появились разногласия, представители всех семей, которые когда-то были единым целым, встречаются в мотеле Джефферсон. Пришло время все официально утвердить. Вышибем всю дурь с наших улиц. Голосую за то, что я буду представлять всех нас на этой встрече. Конечно! Хей, это отлично! Если Свит считает, что сможет добиться своего, то я за его кандидатуру, чувак. Хорошо, тогда поехали, чуваки. Сделаем это. Да, пошли, чувак. Наркоманище. Так, отвези всех на встречу в мотель Джефферсона. Отлично, хорошо. Скажи, Сиджей, ты снова собираешься разбить тачку? Да иди ты нахуй, Райдер. Райдер, харай уже издеваться над Сиджеем, чувак. Ведь это он в одиночку понял груз со дна. Я просто хотел пошутить над этим маленьким нигером. Ты все превращаешь в шутки, Райдер. Это не так. Райдер, просто успокойся, твою мать. Помните, мы воссоединяем семьи, поэтому случайно сегодня запарите. Не нарывайтесь там. Ты же знаешь меня, Свит. Я миролюбив, как шаолинский монах. Особенно ты, Райдер. Что ты имеешь в виду? Ты это сказал в переносном смысле? Свит имел в виду, что ты настоящий убийца, детка. Ты должен следить за собой и не нарываться. Значит так, там должен присутствовать один человек от каждой семьи. Вам придется подождать меня здесь. Мы будем здесь, на всякий пожарный, брат. Спасибо, чувак, но я там буду не один. Мне это не нравится, чувак. Посмотри на районы других семей. Они хотят стать частью Гроув-стрит не просто так. Расслабься. Мы хотим этого. Они тоже. А ты что думаешь, Смоук? Я чувствую себя немного незащищенным, но меня все устраивает. Шо, вертолет? Это отделение полиции Лос-Сантоса. Всем оставаться на своих местах. Черт! Чувак, что ты делаешь? Карл, вернись в машину, мы уезжаем отсюда. Я не брошу своего брата, я не предатель. Чувак, здесь каждый сам за себя. Да, я такого дробовика, кстати, не помню, чтобы у меня дробовик был. Да, у меня дробовика не было. Так, ты можешь купить напитки в торговом автомате. Да нет, у меня хпшки полные. Что происходит, девушка? Где происходит встреча представителей семей? Я должен найти своего брата, Свита. Они все встречаются в одной из комнат, в другом конце здания. What the fuck, я этого не ожидал. То есть я забыл вообще. Я забыл, что тут чувак выходит. Так, ты же наш. Пошли! Ты что, блин? Нашел время. Так, что у нас тут? Все грязное, грязное белье раскидано. О, малыш, ты ранен. Чего? Что происходит? Нашли время. Она мне вроде хпшку должна была восстановить. Так, я, наверное, пойду за автоматом схожу. Напитком восстановлю все хпшки. Так, интер купить. Жалко, он броник не восстанавливает. Может, я правда броник где еще найду? Блин, жалко реально, идти нельзя и стрелять. Было бы круто с калашом. Так нет, что? Нас все спалить хочешь? Так, откуда вы залезли здесь? Окна целы. Потолок цел. Хотя бы разбитое окно было бы. Парни, копы спускаются сверху.
Ты живой? Эй, you better watch it. Так, вот так, что ли? Занять позиции! Отлично, еще один. Так, надо перезарядиться. Чувак, как ты? Держись, братан. Hey, give me that paper. Нет, броньки нет, кстати, а то ли все одинаковые номера. Усмири их здесь! Я броник просто... Так, ты кто у нас? Бандит? Ой, бандит, коп. What the fuck, man? Что это еще был? Ах ты. Отлично, он куда-то улетел, кстати. Так, стой, стой, стой. Подразделение разбито, повторяю, подразделение разбито. Прикрой меня, мать твою. Мать твою. Мать твою. Так, броник где есть? Give me that grip. Нет. You wanna get ventilated? That's going in my retirement fund. Будет кто вылазить? Что за звезд? Это когда деньги я беру, да? Что ты здесь делаешь? Где Смоук Райдер? Они удрали отсюда. Блядь, давай выбираться отсюда. Блестяще ты должен говорить. Это отделение полиции Лос-Сантоса. Всем оставаться на своих местах. Сиджи, этот вертолет от нас не отстанет. Избавься от него. Калаш-калаш нам нужен. Сиджи, сбей этот вертолет. Это Буран-1, мы под обстрелом! Буран-1. Что, это российские подразделения какие-то? Спасите, помогите, Буззард-1 падает! Давай, Сиджи, идем. Пошли, пошли. Так, а куда? Давай, веди меня. А у нас не должны миллиард звезд быть? Ау, черт, что дальше? Это Смоук Райдер. Садитесь. Ну, китки. Вернулись за нами. Дави на газ. Поехали, поехали, ходер, ходер, ходер. Чувак, я руками до них не достану. У меня есть калашников. Этот ёбаный антиквариат. Да, а ты чё хотел? Эммет, это тебе не Пентагон. Ты взял его у Эммета? Чёрт! Сиджи, прикрой нас тыло. Чувак, их тачка попала под поезд. Ты это видел? Проклятие, они взорвались слишком близко. Чувак, обстановка накаляется. Готовься к худшему. Это напоминает Восьмую мировую войну. Восьмую мировую войну. Эй, Сиджи, они слева. Слева для тебя или для меня? Я не знаю, стреляй во все подряд, ублюдок. Четверо бандитов вперед, длинные машины голубого цвета едут в сторону восточного Лос-Сантоса. Нет, нет. Лас-Сантос. Отсюда. Мета. Конченый еще реклама. Карл, они все у меня на хвосте, детка. Всего несколько секунд, и ваши вещи опять как новые. Клей супермомент, моментальная кладка. Какой нахер супермомент, клей? Ты шо гонишь? В качестве Хенкель. От нас. Хорошие пончики, пропадают зря.
едем. Белые пончики с наркотой. Смотри вперед, Си-Джей. Где? Сюрприз, чувачок. Срань господня, ты посмотри на него. Лучше бы я остался дома и смотрел чертов телек. Карл, это, сзади. Это, сзади. Кстати, отсылка закрывайте к этому терминатору. Окна. Смок, что ты нахуй делаешь? Будь ты проклят, Смок. Мне мыло попало в глаза. Смок, ты ненормальный. Мне нравится, когда машина чистая. Бля, стящий подальше от нас, подальше. Эй, Си-Джей, они слева. Эй, разве до этого мы не были здесь? Эй, я выбираю тот путь, который приходится выбирать, понял? Может быть, ты сможешь уговорить этих офицеров дать нам самим выбирать маршрут? За мной, брат! Эй, чувак, какой-то идиот запрыгнул на багажник. Кто-нибудь, стреляйте в него! Черт, я вижу в зеркале заднего вида только копов. Си-Джей, прикрой нас с тыла. Что, он сквозь нее проехал? Черт, дорога впереди перекрыта! Автомат заклинило! Похуй, я еду на пролом! Си-Джей, здесь та самая птичка, которая патрулирует гетто! Это отделение полиции Лос-Сантоса! Мельде! Эй! Что за хуйня? Мы летим слишком низко! Ты убьешь нас всех! Задний ход, Смок! Давай, задний ход! Нифига, я поеду вперед! Чувак, мы все умрем! Вот, черт! Тормози, Герасим, Смок, тормози! Делает? Черт, тормоза не работают! What the fuck? Это ноги были... Ноги в капоте? И то без штанов, да? Голые ноги, блин. О май гарбал. Вот это спецэффекты. Черт, у этой истории был бы плохой конец, если бы мы вовремя не выпрыгнули. Чувак, это было зверски тяжелое дельце. Ух! К черту это! Нам надо сматываться отсюда! Райдер прав, нам надо разделиться. Встретимся позже. Чувак, это рэпчик. Ух, отлично. Так, что там по калашу? А у меня калаша нет. А что? У меня же был калаш, только в офисе был калаш. У меня там было 400 патронов, блин. Вот, кстати, третья миссия, где у меня, короче, была миссия, не помню, какая-то до 10-й, короче, в начале до 10-й. УЗИшка была, там было 1800 патронов. Помните, мы когда Смок был за рулем? Так вот, Смок был за рулем, мы стреляли тоже с УЗИчки, там бесконечен был патрон. Я приехал, короче, домой, ну, себе на хату в это, и в игре. И обнаружил, что у меня было 1700 и стало 120, что ли, блин, или 95. Ну, короче, около 100 патрон, прикиньте. Типа, что? Хотя у меня там бесконечные были патроны на этой миссии. Когда за нами гнались на мотоциклах, если кто помнит эту миссию. О, у этого чувака можно этот. У него наркотики он продает. У него должны были эти быть деньги. Вот, и в этой ситуации тоже, смотрите, калаша нету. Все. Там было 400 тоже, 300, ну, под 400, я помню, 390, то ли 405, то ли этот. Сейчас надо броник пополнить. Ребята, ритуалочку знаете, лайк, подписка и коммент, с меня видосик. Не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения и встретимся с вами уже завтра на новых сериях и новых приключений Карла. Всем WhatsApp.